Давай, давай, иди сюда, Денисочка, на. Наш один. Пока пиво, пока пиво. Будешь? Ребят, такой квадрик. Да. Мужик туда запихнул вовнутрь движок от мотоцикла, от китайского. Сейчас будем его тестировать. Погнал! Ну клёво. Теперь на середине. Ребят, в итоге штука опасная, не рекомендую. Ребят, сейчас будем тестировать заднюю скорость. Так, а задняя. А с ней ничего нет, что надо? Ну, ладно, газу добавляй. Как ощущение, Лёх? Натуре, кстати, да. Ну что, стоит так или вот так? Вот так. Так, да, вверх, да? Да. Ну все понятно. Ребят, вердикт, конечно, этого аппарата, квадроцикла такой. Я считаю, это очень опасная машина, и я бы не рекомендовал. Все, ребят, кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.